Русский, как всегда, один был. Малой, а как? Танк там в Руси. Вот там еще один против десятерых. Представься, брат. Там половина, блядь, нету повязок. Сейчас мы им скажем, чтоб навязали. Вот, нас оставили охранять блокпост до 3 часов. С панамки остаются укры. Общались. Минометные расчеты, пристрелявшие свои позиции снайперы. Зарытые танки, также бронетехника, блещущаяся в зеленке. Пока наши перегруппировываются, наша задача удержать их на направлении. А пацаны не видят снаряды. Раненых кто-то привезли. Там выдрик наш. Да. Ну, ребята, веселые. Они, блядь, и на базе нахуй тебя не палят. Сука, все порядки на мой. Это уже драть подал. Ну и как всегда. Заметил, малой. Я такой себе. Да, вот оно, там. Ему пришлось сегодня изрядно понервничать, но в целом он экзамен выдержал. Молодец. Для первого самостоятельного боя вполне. Я же переискал все здесь. Все, ребята, будет бой, покажем. О, нельзя ставить, а его не ставим. А Рязань forever. Так, это у нас... Давай сделаем общий снимок. Сейчас сделаем. Даша, которая не хочет сниматься в кино. Кто там, Афар? Бой в Степановке закончился. Вот ожидаем следующего боя. Сейчас он будет, подожди. Скажите, у нас знакомство. Наши бойцы. Да, и наши бойцы готовятся к бою. Там всем уже 15. Харьков, привет. Харьковский есть. Ну, этого товарища вы уже знаете. Это наш актерский хороший боец. Можно сниматься будет. Так. Сниматься? Ёбать! О, братва приехала. Привет передаю от Азербайджана лично. Приехал воевать на вашу землю. Это хорошо. Не надо... Кого не надо, уберем. Что-то я очкую. Так, прапор приехал. Прапор у нас вчера, лайф. Ну, вчера был, его можно показывать. Что там достопримечательность имени Кулибина, блин? Кулибина уже... С января месяца палкой стоял, памятник Ленина. С января месяца. А сейчас укроп. Кроме свинца от меня, он только вот это получил. Понюхать. Они это уже поняли. Они это уже поняли. Ты положил в мой подсулок? Да. Давай, брат. Отойди, Афар, дай попасть по ниту. Нет, то одни не хотят, а другие наоборот. Там не видно, без разницы. 15 лет расстрела, один взрыв. Так что морда вот она хаища. Ты откуда? С Константином. Понятно. Это мое подразделение. Позывной. Черный. Замечательно. А ты знаешь, я когда-то писал про Чечню,
И там у меня был персонаж черный тоже. Как все получается? Смотрите, это наш боец. Они в магазине ходят. Не, я купил кроссовки. А вот белые носки. Они уже не белые. Я говорю, армяне, блин. Они уже не белые. Это вы с Ахметова отжали, что ли? Кроссовки? Да. Ничего не отжимают. Купили. Ой, красавец. Нихуя себе, работаем на заводе. Работаем на заводе. Плюс у меня это, полбайкер клуб Константиновки. Умка не давал. Как называется? Телефон, Умка не давал. Скиф. Видишь, обстрел идет, когда Ребята, сейчас въебется. Бля, давай нам до трех дотянуть. Там корректировщик сразу нас пустит.